Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто смотрит нашу программу этим дивным утром, а особенно приветствуем тех, кто только что присоединился к просмотру программы «Наше утро» на ОТВ. В студии приветствуем вас мы, Марина Гесс, Алексей Владимиров. Каждого приветствуем. Всем хорошего дня и отличного настроения каждому желаем. Ну а сегодня в филармонии официально открывается новый 84-й концертный сезон. На сцену выйдут скрипачи из Москвы. Лауреат 16-го международного конкурса имени Чайковского Сергей Дагадин и Челябинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Сегодня он вышел с нами на связь. Адик Аскарыч, доброе утро. Доброе утро всем. Очень рады видеть вас на своих экранах. И первый вопрос, если позволите, почему выбрали произведение Чайковского, а уже известно, что именно их вы выбрали, для открытия нового сезона? Ну, первое, что этот год — это юбилей Чайковского, 180 лет со дня рождения Чайковского. И поэтому у нас, во-первых, лауреат конкурса Чайковского, это Сергей Дагадин, которого сейчас только объявили, да, это он последний конкурс Чайковского, и вообще уникальная личность. Почему уникальная личность? Потому что все струнники и все скрипачи от него в восторге. В каком плане? Что он 8 лет назад был участником конкурса Чайковского, взял вторую премию. И у него было столько сил и воли, что он снова решил участвовать в этом конкурсе и, наконец-таки, взял первую премию. Вот он будет играть концерт Чайковского. Очень красивый концерт. Да. И после этого 5-я симфония Чайковского. Наконец-то, ребята, мы открываемся. Мы уже не то что соскучились, ура! Мы уже умираем без слушателей, без зрителей. Видите, у нас уже мы в концертном зале, если вы видите, то у нас 50% заполняемости зала. Видите, у нас специальные такие афишки большие для того, чтобы слушатели могли не на всех стульях могут сидеть, а только на расстоянии друг от друга, полтора метра. Но больше давайте не про зал, больше давайте про оркестр. Вы рассказали про солиста, который будет открывать сезон. Расскажите, в каком же состоянии симфонический оркестр подошел к открытию нового сезона? Вы сказали, что уже почти умираем, но я надеюсь, что не все умерли. Да. Нет, мы соскучились, и мы хотим в бой и так далее. Вы знаете, когда сам занимаешься, по скайпу сдаешь партии, потом, наконец-то, мы с оркестром начали заниматься, мы просто соскучились по концерту. Музыканты учатся 20 лет для чего? Для того, чтобы радовать слушателей. Адик Аскарыч, хорошо. Будут ли какие-то приятные сюрпризы на открытии сезона для зрителей, которые придут, для слушателей, которые придут вас послушать? Я не буду раскрывать все секреты, но сюрприз будет в самом начале. Во-первых, у нас будет ведущий Юлиан Макаров, если кто его знает. Это знаменитый такой человек, который все время в программе «Культура» ведет такую передачу «Главная роль». Да? И будут еще сюрпризы, которые я не хочу раскрывать все карты, но будут большие сюрпризы. Интересно, значит... Заинтриговали. Да, заинтриговали. Придется, видимо, сходить, несмотря ни на что. Кстати, билеты еще есть? Будет интересно, чтобы всегда бьет ключом, всегда фонтан здесь и так далее. Я только расскажу, что у нас будет открытие чего-то. Вот, а те, которые слушают, ну, правда, уже все, зал не полон, а зал уже заполнен. В каком плане? На 50% заполнен, все билеты уже распроданы. Но я, ну, не буду раскрывать секреты, потому что это завтра все. Итак, давайте в таком случае напомним, во сколько вы будете ждать ваших гостей, или не будем этого делать, раз все билеты распроданы? Нет, мы всех ждем, вдруг там кто-то сдаст билеты, кто-то там, ну, всякое же бывает. Но знаю, что билеты все распроданы, но тот, кто хочет, потому что я знаю очень много музыкантов, особенно струнников, да, хотят послушать Сергея Дагадина, потому что все слушали по телевидению. Хорошо, что у нас есть симфонический оркестр, раньше слушали по телевидению или канал Меца, или еще что-то, а сейчас они могут живьем послушать первокласснейших музыкантов. Мне еще очень приятно с этим скрипачом играть. Почему? Потому что он сын моего друга, с которым мы когда-то учились в Санкт-Петербургской консерватории. У него отец гениальнейший альтист, который работает в оркестре Тимирканова. Вот. И вот его сын сюда приезжает. Ну что ж, Адик Аскарыч, давайте прям буквально 2 секунды у нас осталось. Сегодня открытие 84-го сезона. Во сколько? 18:30, начало концерта.
Отлично. Ну что ж, мы поздравляем вас. Спасибо большое за то, что вышли с нами на прямую связь. Уважаемые телезрители, ну а я напомню, что с нами беседовал Адик Абдурахманов, художественный руководитель и главный дирижер Челябинского симфонического оркестра. Друзья, прийти на открытие сезона в Челябинскую филармонию совершенно точно стоит, несмотря на то, какая погода на улице, несмотря на то, какая у вас занятость. Если вы фанат, если вы меломан, отправляйтесь в филармонию на открытие нового сезона. И все-таки давайте посмотрим, какая погода нас ожидает в течение сегодняшнего дня, что нам обещают синоптики.